не бреднее будет вдвойне, коль скоро пути наши пересекутся, в полярном тебя повстречать кабаке, и там же, прощаясь, с тобой улыбнуться, узнав, что тебе через час отплывать и не пассажиром, а просто матросом, и что есть возможность с тобой передать привет бороздящим снега эскимосам. Знаешь, согласен вполне, если тот кабачок окажется где-то в столице Непала, и мы, повстречавшись в назначенный срок, отправимся в сторону Амадаблана. Но только не дай тебе Бог одного в трико с пузырями на тощих коленях лежать на диване, глядя кино про то, как другие находят в потерях тепла и уюта, тепло и уют. Огней придорожных гостиниц, что вскоре вдали остаются, а новые ждут, когда к их дверям прислонятся ладони шершавые. Лишь от того, что стирать им линию жизни приходится часто. Но только тогда лишь свою выбирать становится просто легко и понятно, занятно. Как то, что в какой-то момент придет озарение, что смерть лишь рождение. Это, дружище, уже элемент понятия времени. Без сожаления, и это приятнее вдвойне.